Вы пишете, что нельзя визуализировать 8 в своем теле. А вот в СНГ по установке цифровых кодов есть практика, когда должны представлять эту цифру в районе пупка. Правда, с другими цифрами. Так все же правильно. Спасибо за ответ. Я как говорил, я еще раз хочу вам сказать. Цифра 8 – это разрыв энергетического кокона. В любом виде, практикуя цифру 8 себе, вы должны либо разорвать кокон, либо объединить его, и это приведет вас. Медитация на цифру 8, ношение на себе приводит человека к тому, что у него появляются панические атаки, депрессии или сильнейшие разрывы отношений с близкими его людям. По поводу цифр, которые вы ставите, это арабские цифры, которые идут не цифра 8, а цифра там 8888, но это же не цифра 8. Или там 48, 51, 16. Вот такую цифру, такая цифра, она грубо обозначает номер, ну, если безумно растягивать, не так, если растягивать человека в пространстве, представляя его пустотным, то можно его растягивать вверх, вниз, влево и вправо до того момента, пока не появится его цифровой код. Если растягивать цифровой код, то эти цифры станут лампочками в пространстве. И вот можно посмотреть на эти лампочки и сказать, в чем человек несчастлив, когда он умрет или там, что с ним будет происходить. Это обычным людям не нужно. Я это очень широко использую в своих семинарах, которые называются «Целитель».